Всем доброе утро. Я в кабинете, заварил себе кофе любимый, вкусный, и готовлюсь к презентации. Присаживайтесь, друзья, поудобнее, заваривайте себе кофе тоже, и я начинаю. Всем привет, вы на канале NLive, презентация BRICS Traders. Современный инструмент для криптоиндустрии, эффективный инструмент для развития биржевой крипто-торговли с помощью автоматизированной программы. Далее. BRICS Traders – это постоянный анализ рыночных данных для интегрированных решений с помощью модульных систем и их оптимизации. Многозадачные решения крипто-торговли с помощью эффективной оптимизации торговых, а также арбитражных программ, позволяющие делегировать задачи трейдеров для максимально прибыльной сделки. Многозадачные арбитражные боты эффективно сотрудничают с десятками бирж одновременно. Эффективное управление торговыми ботами с помощью опытных трейдеров, друзья. Да. Услуги BRICS Traders. Эффективное сотрудничество с BRICS Traders. Активный кошелек. Программное обеспечение всех транзакций с помощью активов. Все транзакции позволяют проводится через собственный аккаунт, зарегистрированный на BRICS Traders. Это ваш собственный и уникальный аккаунт, где вы лично решаете, какое количество активов будет сотрудничать с компанией. Внутренняя интеграция. Интегрированные действия программного обеспечения, все действия с торговыми и арбитражными ботами проводят опытные трейдеры для эффективного сотрудничества и максимальной выгоды для обеих сторон. Безопасное сотрудничество. Безопасный способ для переводов активов с помощью мировых криптобирж. Все активы клиента сотрудничают с самым фундаментальным и мировыми биржами. Таким образом, BRICS Traders позволяет осуществлять деятельность активов на самом высоком уровне безопасности работы. Стабильные активы. Оптимизированные предложения для стабильной процентной ставки. Все активы, которые подключены боты системы BRICS Traders, получают гарантированные проценты ставки и моментальные начисления, согласно которым подключены системные компании. Страхование активов. Процессы работы активов застрахованы от различных рисков, так как средства клиента, когда поддерживаются анализированным способом работы, все активы, а также доступы к транзакциям осуществляются только при согласии клиента. При подключении бота BRICS Traders компания несет полную ответственность за начисление процентов, а также полного возврата активов. Все активы компании застрахованы за счет буфера денежного средства, который растет с каждой сделки. Сотрудничество с каждым клиентом. Компания BRICS Traders постоянно совершенствуется свой диалог с клиентом. Мы всегда рады диалогу и сотрудничеству. Для этого в нашем разделе «Контакты» есть масса способов, чтобы связаться с нами и поговорить о любых вопросах, касающихся компании. Далее. Roadmap. Это карта. Карта говорит о том, что в 2021 году открылся компания, и сейчас 23-й год, еще март не застал, еще февраль, друзья. Вот в марте откроется получение лицензии на торговые акциями. Будут, друзья. И дальше будет
до 2024 года будут работать Брикс Трейдис. И мне вот эту карту я посмотрел, карту Брикс Трейдис, да, вот, и посчитал его, прочитал и увидел тут в 2023 году, в этом году, в июле, запуск разработки собственной биржи Брикс Трейдис. Вот этот мне понравился, вот эта новость. Шикарные новости, что здесь будет биржа. Да. Далее. Маркетинг план. 2.1.0.1 и 1.5%. В.2. 2% будет. Ну то есть, друзья, если депозит у вас 30, как у меня вот, В.1, то 1.5% будет. Если депозит 500, то у вас 2% будет. Если у вас 3000 долларов депозит, то у вас B3, и в день у вас будет 2.5%. И так далее. Если у вас будет 300 тысяч долларов в депозите работать, B7 будет. И у вас будет в день 4% идти. Представляете, какие сумасшедшие монеты, денежки. Далее. Партнерская программа. Доход от 5 линий. Первая линия 5%, вторая линия 2%, третья линия и остальные линии по 1%. По 1%. Осветится в глубину мгновенно на баланс с момента открытия депозита. Далее. Бонус за оборот структуры. То, друзья, если депозит у вас 100 баксов, у меня еще достань забил, если 100 долларов, и вы пригласили друзей, и у вас составит оборот, и друзья тоже, у них тоже в депозитах 100 долларов, то у вас оборот структуры будет 5000 долларов. И до глубины до 200 тысяч долларов депозит, и будет оборот 4 миллиона долларов оборот будет. Это, конечно, вы, наверное, это рисунки только. Это просто слайд, думаете. Но я вот в массе всех присутствовал, и там уже сказали, оборот сделал один партнер 50 тысяч долларов. Вот этот оборот сделал один партнер. И значит, и на 4 миллиона недалеко осталось ему. Далее. Формирование оборотов структуры. Оборот структуры стоит из двух частей. Первое, личный депозит должен обязательно 100%. И второе, процент от компании по линиям. Первая линия 100%, вторая линия 50%, третья линия 30%, четвертая линия 20% и пятая линия 10%. Давайте, друзья, пройдемся. Сайту, проекту, как удобнее вам говорить. Вот мы находимся на главной странице, и сразу же вам покажу баланс. Сегодня у нас 14 февраля 2023 год. Сейчас загрузится. Вот загрузился. Вот у меня, друзья, 55 долларов на депозите. И начислилось 9 долларов 83 цента. Начисление происходит с понедельника по пятницу, друзья. Выходные не работаем. То есть трейдерам тоже отдыхать надо. И отсюда я вывел уже 10 долларов. Вывод меня удивил. Прям 2-3 секунды и махом выводится. Четко работает Брикс Трейдис, классно работает. И, друзья, помните, я делаю
обзор проекта Brix Trades. Я сюда никого не зову. Вот. Но ссылку оставлю. На всякий случай. Для желающих. Оставлю ссылку. Для желающих, да. Всем спасибо. Всем пока. Всем добра.